Когалыме завершилась акция «Книга дарения». В городе она проходила с 1 по 14 февраля. На самом деле, этой традиции более 10 лет. Она объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит их другим. Главная цель, чтобы привычные для всех нас книги в переплете не ушли в прошлое, а дарили людям радость как можно дольше. На этот раз библиотеки Когалымы пополнились детской, классической и научно-популярной литературой. Приносили учебные пособия, справочники. Однако художественной литературы оказалось больше всего. Наши книжные боксы стояли в различных учреждениях города. Это музейно-выставочный центр, это метро, ЕГУН, Жемчужина, Когалымский пожарно-спасательный гарнизон и, конечно же, в наших трех библиотеках. Вот. Когалымчане за эти две недели книгодарения подарили в фонды библиотек более 300 книг. За все время, да, прохождения акции собрано более 1000 экземпляров, которые пошли, конечно же, в дошкольные учреждения города, это хорошие детские книги, также в революционный центр, и редкие книги попали в фонд библиотек города. Акция книгодарения, она вообще в принципе направлена на то, чтобы привлечь детей, нашу молодежь, которая сейчас, несмотря на то, что есть стереотип, что мало читает, на самом деле молодежь читает очень много и приходит в библиотеку. Несмотря на то, что ограничения существуют, такие как QR-код, маска, то есть обязательно с собой при входе в библиотеку должен быть паспорт, который удостоверяет вашу личность, но люди все равно ходят, они стараются прийти в библиотеку и взять любимую литературу. Но если вдруг нет возможности прийти в библиотеку, можно позвонить по телефону 233-71 и заказать литературу библиотекарю, и в любое удобное для читателя время библиотекарь принесет книги на дом.